Людочка, Лерка, Лариса, девочки мои, как я рад вас видеть! Кузнец, я честно, я все понимаю, радости полные штаны. Мы вот только-только победили тролля, всех гоблинов и вот эту чуму, которая появилась в нашем городе. Но тебя там жена ждет, дети ждут, Сережка, Катюшка, вот это сын, дочка твоя. А ты в первую очередь коровам идешь, ты вообще башкой чокнулся, пока с троллем сражался, не? Так, ладно, мы давайте пойдемте. Кузнец, ты нас догонишь, когда там с коровами своими странными разберешься, которых я рано или поздно на шашлык пущу, честное слово, и тебе об этом не скажу. Слушайте, не помешало бы сейчас пойти на массажик, да, там в баньку, в джакузи отдохнуть немного, а то я вымотан, я даже не знаю как. Мы последние 4 дня все, что делали, это давайте аккуратно перепрыгивайте и пожар тушите вот этого по дороге. 4 последних дня мы сражались с этим сраным троллем и наконец-то его вот это победили. Я вообще предлагаю, сейчас мы вернемся к жене кузнеца, скажем то, что мы выжили. Ну, выжили все, кроме психики кузнеца, как мы это уже все знаем. Да, вот именно, Шурик, мы молодцы! Затащили этого тролля, хотя как, не мы же его затащили, этот мужик с топором затащил, в которого кузнец влюбился. Ну, в любом случае, как бы тролль сдох, сдох. А кто его убил, это совсем не важно. Да. Ах, вы огурцы ходячие, вы хухаль зеленая со своими динамитами вот этим. Так, тихо, не очкуем, не боимся, я сейчас все сам разрулю. Эй, вы, шмоньки волосатые, сюда подойдите все, сюда давайте, подходите. Вы, главное, не бойтесь. Ты чё, придурок, ты что делаешь? Кузнец, ты не кричи, сейчас все разберусь. Слушайте, вы, я вам даю 60 секунд, чтобы ваша жопа свалила с этого города так моментально быстро, как только возможно. Хорошо. Вы не бойтесь, я сейчас все разрулю. Хорошо, если вы дальше хотите продолжать захватывать этот город, сначала посмотрите на вот это, а потом вот это подумайте снова над своим решением. Такого вы, наверное, не ожидали, да? Знакомьтесь, это батька ваш. Тролль вот этот огромный, который вот это пытался захватить весь город. Вот тут вот череп его валяется. А вы что думали, то что мы его не кокнули? Ну, как бы да, мы его не кокнули, его вот этот мужик с топором кокнул. Но в любом случае. И вы думаете, то что если батя ваш не захватил этот город, тролль вот этот огромный, то вы, гоблины, вот эти сможете его захватить. Быстро жопу в руки и свалили с этого города так быстро, как только возможно. И на меня не смотрите, или мы и вас сейчас на вот этот, на зеленый шашлык попускаем. Давайте, отходите и в лес, и чтобы я вас здесь больше никогда не видел, чтобы вы больше сюда никогда не возвращались. Чё такие медленные, ядрить колотить, свалили нафиг отсюда, быстро! Вот как с ними надо было, понимаете? Все, кузнец, отдай вот этот череп этому мужику с топором. Мы как бы, мы просто его одолжили на вот такой вот случай. Потому что я знал, что гоблины здесь будут. Давайте идемте сюда. Прогоним их так далеко, чтобы они навсегда забыли дорогу в наш город. И больше никогда сюда не возвращались. Вы еще там, вот эти крокозябры зеленые, сдрыснули отсюда моментально. И чтобы я вас здесь больше не видел. Давайте, текайте с городу. Вообще обнаглели. Ты чё, угораешь надо мной? Я ж сказал, сдрыснули отсюда момента. Хотя, не. Стой, ты постой. Быстро на бочку выкатил все, что ты успел наворовать за это время в городе. Быстро выкинул прямо сейчас все. Опа, серебряные монеты. Еще что-то есть? Вот так-то оно. Вот как с ними надо, вы очканули все. Все, давайте, все за мной. Там твоя женушка, вот эта Мария, кузнец, нас заждалась. Она тебя 4 дня не видела, пока ты с троллем сражался. Если она, конечно, еще там. Мария! Мариюшка! Выйди на балкон, прекрасная ты наша! Ну, в смысле, не наша, а прекрасная ты жена кузнеца! Жива! Здорово! Спускайся, мы мужа твоего привели, тоже жив-здоров. Мы же давно так с ним не виделись. Давай спускайся, и детей своих тоже захвати.
кузнечик, мой любимый, я так соскучилась. Кузнечик? Бумбольчик мой прекрасный, мне так тебя не хватало. Бумбольчик? Ребят, ну ребят, ну не перед детьми же, господи, ну тут три взрослых человека и двое ребенков, ну давно не перед детьми. Давай отойдем, иди сюда, не будем им мешать. Детишки, Сережка, Катенька, подойдите. Как там ваша мама держалась? Молодцом. Вы что делали, спали все эти 4 дня? Молодцы-то какие, вот настоящие герои этой деревни, молодцы. Я вот вам сувенир из поля битвы вот это принес. Ну, это сердце утопленника и череп оборотня. Ладно, отдай обратно, я сомневаюсь, что это хорошие игрушки для детей. Я потом вам нормальные игрушки принесу, потому как бы я с детьми не очень коммуницировать вот это умею. Все, молодцы. Ну чё, выжили ядрить колотить? Выжили, да и тролля еще заварганили, вот это. Только, Мария, тут мужик твой, кузнец, он в другого мужика с топором влюбился, он это сказал в предыдущей серии, поэтому если он от тебя когда-то уйдет в этой жизни, вы разведетесь, ты знаешь, кому он уйдет. Поэтому я просто предупреждаю. Я предлагаю устроить вечеринку. Я сейчас пойду домой, приготовлю ужин для всех. Приходите через пару часиков. А вот это хорошая идея! Мне кажется, после такого вот это напряжного дела в нашем городе можно и отдохнуть немного. Все, Мария, давай тогда топай. Мы придем через пару часиков, давай. Все, детишки, идите маме помогать. Давай, мать, зарежь кабанчика, только коров не трогай! Я бы от коров, конечно, не отказался, от говядинки, вот эта котлетка. Ну ладно, кузнец, все, коров мы трогать не будем. Ну чуть-чуть, ну один стейк говяжий, ну кузнец, ну все хорошо. Я вам честно скажу, я устал так, как будто я всю жизнь не спал. Хотя мы реально 4 дня, да не спали и не кушали даже. Я предлагаю пойти... Пока жена кузнеца делает нам ужин, пойти куда-то завалиться, подремать. Вот это у кого дома есть кровать, хотя бы небольшая, завалиться. Как вы, мужики, на это отреагируете, а? Кто спать хочет? Вот Шурик за кузнец, скорее всего, тоже. Только у нас проблема есть одна. Мы до сих пор как бы бомжари, у нас даже дома нет. У Шурика дома спать не вариант, его дом до сих пор догорает. Ой, слушайте, мне вот так интересно, у кого же дома можно переночевать, вот это пару часиков подремать? Слушай, Вероника, у тебя хороший дом, может мы у тебя вот это заночуем немного, если ты не против? 2 часика всего лишь. Да, у меня там не прибрано. Да, ой, господи, да ты не переживай, мы не такой бардак дома видели, я вообще с этим Шуриком жил, у него там целыми днями вот это, носки его везде валялись. Ну, Вероника, 2 часика подремаем. Не пущу! Мой дом, моя крепость, я тут живу одна. А вообще, я интроверт, я не люблю людей, не люблю. Ой, хватит вот это выеживаться. Вот это все. Все, мужики, давайте, заходите. Слушайте, друг наш вот выпендривается настолько. Вероника, 2 часика подремаем, да и все. Вот, 2 кровати. Давай, кузнец, заваливай сорокостанцию на кровати. Ты, Шурик, тоже давай заваливай. Вот. Ну, вы, мужики, конечно, молодцы. Разлеглись-то, развалились-то на кровати. Но у меня вот вопрос, а мне-то где спать? Мне что, на стуле уснуть, что ли? Вероника, у тебя есть еще одна кровать? Пришамань ее, пожалуйста, сюда быстренько, чтобы я тоже завалился. Шурик, сорокостанцию спрячь, развалился так на кровати, а? Чего? Че, Новый год или что? Чё за дичь происходит? У кого день рождения сегодня? Мы что-то не знали! Здравствуйте! А вы какими судьбами, что здесь забыли? О, здравствуйте! А мы как раз вас искали! А мы вот вас не искали, мы не знаем даже, кто вы! Я верховный маг этого города! А я верховный никто этого города, и что, сейчас будем мериться, кто здесь главнее или что? Вы неправильно меня поняли, я, можно сказать, мэр этого города. Это мэр этого города?
Под, мужики! Подъем, ёханый бабай! Подъем, 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 подъем! Тут... мэр города пришел там. Так, спускайтесь, спускайтесь, спускайтесь. А чё он пришел? Так, там он с нами познакомится. Извините, что я не причесанный. Вот это я просто не спал последние 4 суток. Здравствуйте, какими вы здесь судьбами-то вообще? До меня дошли слухи то, что твоя команда в одиночку расправились с грозным троллем. Это правда? Ну как правда? Ну да, вот эти вот закаленные ребятки, бородатый кузнец, Шурик, тёлка вот эта, Вероника и я, да, грохнули тролля. Нам, конечно, еще мужик с топором помог, но он практически ничего не делал, мы сами его кокнули. А мэру надо целовать пятки? Не, кузнец, ты что-то попутал. Я пришел вас отблагодарить и сказать спасибо, и наградить героев нашего города. Наградить? Ёпсель-мопсель! Так, мне, пожалуйста, 14 стаков серебряных монет, чтобы я себе дом новый купил, лошадь новую купил, хотя нет, моя старая тоже нормально, палочку новую купил, починил палочку. Так, давайте загадывайте, он нас облагодарить пришел, что вы хотите? Золотая корова! Кузнецу корову золотую! Хочу 18-этажный дом с джакузи! Ну ты зажрался, конечно, Шурик, но вы слышали, чё хочет Шурик? Платье из бриллиантов! Ну, а ей платье из бриллиантов, если, конечно, можно. А мне просто 14 стаков серебряных монет. Можно, конечно, и золотых, но можно и серебряных. Но лучше золотых, да. Нет. Я хочу позвать вас на турнир всех волшебников. Так это ваша благодарность. Я-то думал, что-то нормально. Ну, спасибо, конечно, за приглашение на турнир, но мы не спали 4 суток и даже не кушали. Мы сейчас пойдем завалимся на кровать и подрыхнем. Давайте не в этот раз, чуть позже. Хорошо, спина болит, защемило что-то. Давайте не. Да что вы ломаетесь, как бабы какие-то? Пошли на турнир! Ну я бы с удовольствием, да, Шурик, но у меня проблема, у меня палочка почти сломалась, тут ее хватит максимум на 2 заклинания, я бы даже если бы и хотел, я бы пошел, но я сражаться не могу, у меня палочки нет. Ах, да, палочка, как я мог забыть? Это вам. В смысле, это мне... Палочка грома! Какая палочка грома? Это старая моя палочка, а вот это моя новая палочка. Ну да, пошла я нафиг. Второй раз предлагать не буду, это ваша возможность проявить себя. И бегом на арену! Все хорошо, ладно, все, давайте ломаться, не будем, выспимся, значит, в следующей жизни. Все, давайте, пошли, ведите нас тогда на какую арену? Подождите, это главный чемпионат всех магов в этом городе? Я все правильно понял. Так вот эта арена, так мы здесь были уже однажды. Мы вот этих гоблинов, вот этих зеленых, детей Халка отсюда выгоняли. Помните, не? Подымайтесь. Так, давайте все за мной потопали сюда. Опа, наверх тогда подниматься. Давайте. Куда подниматься-то? Тут обрыв. На кой черт мы сюда подниматься-то, а? Подвиньтесь. Хватит толкаться-то. Господи, да подвинься ты. В смысле... Ты чё, шайтан, машина там делаешь? Ты как туда прошел? Здесь безопасно? Обосраться 20 раз как безопасно? Ты по воздуху ходишь? Хоть ты верховный маг, но я таким приемом не умею. Я туда не ногой. Если кто-то хочет, давайте идите. Кузнец, иди ты давай пройдись. Ты чё в обморок упал? Поднимайся давай. Иди по воздуху ходи. Если ты стукнешься, то как? Я повелеваю воздухом. Я хожу по нему. Подождите, если я кокнусь, помните меня таким молодым и вот этим безбашенным. Это как, мать моя, женщина? Я тоже такого в жизни-то... Это трибуны, получается?
Нифига себе, везде, на каждой бы арене такие трибуны сделать. То есть ты просто ходишь над теми, кто будет сражаться на этой арене, и сверху смотришь, что они здесь делают. Нифига себе удобно как. А сейчас разрешите вам представить ваших первых противников, с кем вы будете сражаться за звание чемпионов. Вот этих двоих я знаю, это Хрюндель. Я его уже один раз кокнул на предыдущей арене, я у него звание чемпионства забрал. Того второго я тоже бородача знаю. А вот кто этот? Впервые в жизни его вижу, да у него еще и глаза светятся. А можно это, домой пойти? Не-не-не, Шурик, мне кажется, уже поздновато. Так, этот, хорошо, так... Кузнец, ты перестанешь в этой жизни дичь вот эту всю всякую нести. То есть нам сейчас с ними надо сразиться? Тогда, ладно, это там бой 3 на 3, да, как я понимаю? Слушай, Кузнец, тогда ты отдыхаешь здесь, как бы ты мужик хороший, но маг из тебя никакой. Шурик, Вероника, вы давайте за мной и потопали. Кузнец, тут кричи, это болей за нас. Кузнеца обидеть может каждый. Кузнец, это хрупкая душа. Ой, ты хрупкая душа, сиди тут и не вот это, не выкобыливайся. Все, давайте, все за мной. Хрупкая душа. Так, нам надо их кокнуть. У всех есть вот эти тотемы бессмертия. Вот это, заранее берите их в руку. Я как раз таки сейчас протещу свою новую вот эту палочку. Так, давайте всего сюда, сейчас придумаем план. Короче, ты, Шурик, идешь налево, будешь слева фланга заходить. Ты, Вероника, идешь и заходишь справа фланга, я буду находиться вот здесь. План максимально простой. Просто кокаем вот этих трех магов и побеждаем и становимся чемпионами этого города. Давайте, давайте, я верю в вас всех. Бой начинается через... 1, 2, 3! А чё попрятались-то все? А чё попрятались-то? Даже не сражаются с нами. Они в прятки, походу, хотят с нами играть. Всё, давай. Шурик, Вероника, заходите с флангов. Хрюндель вот там вот стоит. Он чё думает, что я его не видел? Сейчас мы подойдем и кокнем ему по башке. Опа! На! 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 Да, подожди! Ай, уходи, ты папа, у меня палочка что-то барахлит. Подожди, Хрюндель! Нет! Нет! У меня просто палочка новая, я к ней еще что-то не привык. А на это она заклинание использовать не хочет.